клубам, чтобы приходили в кино, чтобы смотрели сказки, фильмы для вас, чтобы умеете радоваться из кинофильмов, чтобы любите кино. Рекорд фестиваля этого года – возраст режиссеров. Некоторым едва исполнилось 3 года, но они уже уверены, им есть что сказать в искусстве. Для них жюри даже пришлось придумать отдельную номинацию. Всего на фестивале было представлено около 40 работ – анимационные и игровые фильмы. Расширилась в этом году и география участников. Призы отправились в Краснообск, Ивантеевку, Казань, Москву. Авторы лучших фильмов программы «Кино снимаем сами» получили путевку в лагерь «Орленок» и денежный приз на создание фильма. Самое главное, что в этом году фестивальные программы «Кино снимаем сами» составляет 41 фильм со всей России. Вот это, я считаю, это уже достижение. Это значит, что фестиваль сумел вынести себе на всю Россию. Судьбу кинолент, снятых взрослыми, профессиональными режиссерами, решало детское жюри из кино и телестудий. Несмотря на свой юный возраст, 5-летняя Соня Тулаева уже имеет собственный взгляд на искусство. Когда я была в детском жюри, смотрела много мультфильмов. На фестивале было представлено 79 премьерных российских и зарубежных фильмов – игровые, анимационные и документальные. Среди именитых гостей кинематографистов – Сденек Трошко, Вахтанг Микеладзе, Сергей Русаков. В Самаре они провели творческие встречи и мастер-классы. Валерия Макарова, Максим Гусев. События.